Так, Milky Maker про Артема Графа. А кто такой Артем Граф? Сын Сигмы, я крутой, как Артем Граф. Я крутой, как Артем Граф. Сигма, Сигма. Я крутой, как Артем Граф. Я словно герой кино. Покин в этой ебаной игре. Мне не нужны твои хоу. Я Сигма, мэр, хочешь шишка в огне. Я всегда беру свое. Выбесну и твою дверь. Уперся, как голый зверь. И я только начал, поверь. Хотел поднять лишь цифру, но потерял себя. Блять, и конечно нет, конечно все прикольно. Мелко вроде качественно сделал, зачитал, все молодец. Но если без шуток, Артем Граф, который очевидно на протяжении долгого времени держался чисто за других чуваков. Ну именно просто там делал какие-то разоблачения. И чисто очевидно поднимал медийку на других. Сейчас он вообще вышел из медиаполя. Причем уже так прилично по времени, по-моему, месяц. Для медиаполя это дохуя, ребята. Напомню, что люди прощают других людей за неделю. Забывают про то, что наркотики рекламили, а тут целый месяц. Это важно. А Милка него не забывает. Приветик, поздравь, пожми Милку с днем варенья. А, у Милки день рождения? Поздравляю. В любом случае, я не понимаю, блядь, зачем просто про Артема Граф все что-то говорит. Ну, то есть он ничего не генерирует, а без этого как будто похуй. Миллионы лиц следят, как я схожу с ума. У любой купюры есть своя цена. Кэш. Твоя жопа уже продана. Поднял цифры. Я крутой, как Артем Граф. Сын Сигмы. Я крутой, как Артем Граф. Я крутой, как Артем Граф. Сигма, Сигма. Я крутой, как Артем Граф. Не играй в доту, но у меня 6к. Вынесу тебя на меди, как Росика Мангает. И ты стерпишь, ты 47 лет. Не хочу без детям, это травма детства. Для больших ответов я слишком честный. Прибыл лям на принципах, да и хер с ним. Я, кстати, бы так не рискнул бы сняться, потому что у меня пузо огромное. Миллионы лиц смотрят простого пацана. У всего успеха есть своя цена. И моя давно уплачена. Поднял цифры. Я крутой, как Артем Граф. Сын Сигмы. Я крутой, как Артем Граф. Я крутой, как Артем Граф. Сигма, Сигма. Я крутой, как Артем Граф. Поднял цифры. Я крутой, как Артем Граф. Бля, ну ладно, учитывая количество отсылок, как будто окей. Я крутой, как Артем Граф. Я крутой, как Артем Граф. Сигма, Сигма. Я крутой, как Артем Граф. Бля. Сука, я вам говорю, вот если бы он это выложил, вот именно этот клипак хотя бы в тот момент, когда Артем Граф выложил свой последний видос про девушку, ну, предпоследний получается, да, то как будто бы супер актуально было бы, потому что вне актуалки, ну, это такой просто дефолтный тречок. Ну, он не тут, типа, прикольно, но не прям чтобы вау. Если бы он выложил именно в тот момент, это было бы супер. Вот это именно трек, когда его надо под актуалку выкладывать. Милка немножко, видимо, возможно, он заранее собирался его снять, просто долго его готовил, потому что, ну, не знаю, возможно, сведения ждал песни, возможно, съемки как-то заняли его, возможно, учеба, миллиард, возможно, есть причин, может, что-то здоровьем, не дай бог, если так, то вообще аккуратнее с этим. Поэтому, ну, просто хорошая работа. Но, честно, с потенциалом на вау, если бы Артем Граф был бы жив. Как-то странно это прозвучало, но вы поняли, про что я говорю. А так молодец, так молодец. Описание чекни. Данная композиция посвящена известному блогеру Артему Графу. Я задумывался выпустить эту работу еще до ухода. А, ну вот, про что я говорю. Но производство песни заняло практически 2 месяца. Ну вот, вот, да. И вот это про то, что я говорю. Бля, обидно на самом деле за это, согласны? Ну, типа, чувак делал это реально очень долго, и Артем Граф, сука, закончил заниматься Ютубом. Он такой, блядь! Сука, какого хуя? Почему ты перестал? Ну, получается, я был прав. Да, ну да, там отсылки видны, конфликты, да, это все слышно и в тексте, и в видеоряде. Да, это молодец. Дело. На фоне галереи.